В Казахстане за последние две недели заболеваемость коронавирусом снизилась на 35%. Об этом Минздрав сообщил на заседании правительства, передает пресс-служба премьер-министра. О положительной динамике эпидситуации свидетельствует и увеличение числа выздоровевших. За последнюю неделю их было в полтора раза больше, чем заболевших. Кроме того, 5 регионов республики переместились из красной зоны в желтую. Что касается прививочной кампании, первый компонент получили более 7 миллионов человек. Полный курс вакцинации прошли почти 6 миллионов. Это около 60% от подлежащего иммунизации населения. По словам Алексея Цоя, регионы вакцины обеспечены в достаточном количестве. Поставка осуществляется согласно графику.